5, 4, 3, 2, 1. На минулым тыдні наступныя таварышы зрабілі ўсё, каб патрапіць да нас у выпуск. Прапагандон Салаўёў са сваім унутраным Гітлерам. Das ist keine миленький, совсем маленький фюрер. Ну, совсем грохнулся головой человек. Лука, перарабивший самолет для ядерных ракет. Вы что думаете, мы языком ляпали? Все готово. Дмитрий Алкоголевич Медведев. Либеральная демократия не является конечной точкой развития человечества. И мы в этом с вами убедились. Бесогон Михалков об украинской мове, як об образе русофобии. Если будут предметы преподаваться на украинском языке, это катастрофа. Витаю, это Чайковский лив и новины, которые у всех заколыхали. На черговом своем шабаше Салаўёў не смог стрыматься и выдал себя. Das ist keine миленький, совсем маленький фюрер. А все гадали, куды подзелся Адольфик? А ён вводе схаваўся у тоўстым теле другого тунковага руснявага пропагандыста. Ось гэта я разумею кара. Лепш кіпячага чана. Салаўёў юзает Гітлера, я так разумею, па поўнай. Напрыклад, у краме. Ни черта непонятно, что здесь написано. По-бюргерски, по-фашистски все время. А ну, фашистская ты сволочь. Вылезай, прочитай ко мне, что тут написано, о чем тут идет речь. Здесь написано, что это маленькие колбаски, которые употребляют вместе с квашеной капустой под банку хорошего немецкого пива. Сволочь ты фашистская, какое немецкое пиво? У нас все время санкции. Какое пиво? Тварь ты немецкая. Або у цирульни. Можно челочку не трогать? Такую челочку, заткнись, подонок. Может, фуражечку еще надеть и усики отпустить еще. Ты сволочь ты фашистская. Або на кастингу у немецкое порно. О, я, натюрлих, даст ты фантастиш, ты смеешь ин дам арш, мах миш зуданами и склавен, а, о. Ну как вам? Нравится? Ну что ж, нам подходит. У вас очень хороший немецкий. Ну так ёпта! Заткнись, пушишь недобитый, заткнись, недовижу тебя. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что мы переоборудуем и белорусские самолеты для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпали? Все готово. Все думали, что яны ляпали языком, что зробять. Теперь ляпают, что зробили. Покажите самолет, хотя бы пальцем, хотя бы у небе. Не здивлюсь, что хутка з'явится видео, где бульбяный летчик особисто проводит выпробовальный полет переробленного самолета. И он же, как высветлится, досвидченный пилот с кучей боевых узнагород, 100 медалей за отвагу, пурперное сердце, такие топ-ган лукаверик. Вышка, проверка связи. 3, 2, 1, полетели! О. 30 секунд, полет нормальный. Все системы работают в штатном режиме. Да, конечно, красивая у нас страна. Необъятная. Что за черт? Что это такое? Отказали двигатели. Вышка, буду садиться у поля. Приготовьте все для посадки. Семена, трактора, чиновников выстроите в рад. Скоро буду, ухожу на вираж. Лепш бы он на спокойствие шел, а не ляпал языком.
На чемпіонаті світу по ляпанні язиком Лука зайняв перше, друге і третє місце, тому що немає його конкурентів. Ну, ви зрозуміли. Дмитрий Алкоголевич Медведев. Либеральная демократия не является конечной точкой развития человечества. И мы в этом с вами убедились. Отпить маковку до белой гарачки – вось кропка развития человечества. И этот президент однодёнка яскравый тому приклад. Вы зауважили, как поводит себе Медведев, коли кажа? И он, как быцем, вяди боксерский поединок с уявным суперником. Або отхинается от мошек. Може, ворона спробує сісти йому на твар. Чи є ще хто? Я служу своїй країні. Мені плівать на ці санкції. Уверен, що така позиція у президента Путіна і у моїх товаришів. Ми граждане Росії, ми служимо Росії. Не слідує забувати, що Росія має тисячолітню історію і має крупніший ядерний потенціал в світі. Денег нет, но ви держитесь. Жыццё прэзідэнта аднадзёнкі такое. Выйшаў з запою, пабыў у белай гарачцы, даў інтэрв'ю, сышоў з запою. Бесагон Міхалкоў аб украінскай мове як аб вобразе русафобіі. Если будут предметы преподаваться на украинском языке, это катастрофа. Абсолютно ручны крымлёўскі дурань. Глава кампаніі 3Т. Твердалобасць, тупасць, трындзёж. Я так разумею, для Михалкова усё, што не руснявае, усё русафобнае. Мяняеш мову і калі ласка. Понимаете, да? Украінскі язык стал образом русафобіі. А, ясно. То есть словосочетания, которые мы слышим в белорусской транскрипции, да, или произношении, они для нас и для русского мира в принципе являются формулированием ненависти к России. Поэтому я очень испугался, если будут предметы преподаваться на казахском языке. Это же катастрофа, это абсолютно, абсолютно заложенная мина во всю историю. Понимаете, да? Да, 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 да. Вот, правильно, качайте, качайте головой, давайте. Качайте, как рэп. Ой, хуяк, маяк, давай. Хоу, хоу, адмирал наш, адмирал, хуяк, ма. Молодцы. Самое главное правило идиота унести лухту с упевненным тваром. И как такие же в зале ухваляльно кивали головой, как собачка на панели автомобиля. Символ теперешней Русни. На сегодня все. Дякую за увагу. Слава Украине. Живе Беларусь. Пока-пока. Пока-пока.